Так, мы с Дамиром приехали на маникюр. Ну, еще рано. Потом мы зашли время, скупились. После маникюра некогда будет кушать. Мы кушаем. Купили по сосиске в тесте, взяли по пицце еще маленькое. Коктейль молочный, чудо. Колу. Вот эту апельсиновую. Это чудо-коктейль. Угу. Не чудо, а чудо. На мандемс. Держи. Ну, так вот это чудо. Угу. А мандемс, киндер, сюрприз, короче. Все как положено. Кефир еще взяли. Вот. У нас привал, мы кушаем. А потом на маникюр. Фонтан? А потом в паспортный. Какой фонтан? Ну так вот. Получал деньги сегодня за рекламу. Получила денежку сегодня за рекламу, так что работаем поте лица. Кушай, кушай, Мирчик. Потом будет некогда. Да мы сегодня до вечера с тобой будем. Угу. Сейчас зайдем, погреешься. Что я вытру? Невозможно. Да ну, какая прививка? Стоматолог? Нет. Я не знаю, что это. Мне кажется, они к стоматологу просто ходят. А? В больницах делают. Там не делают. В больницах. Нет. Маникюрная больница. Угу. Прививка, стоматолога, маникюрная больница. Вот ноги голые, вот эти штанцы, они довольно-таки коротенькие, а носки у меня, а носки заниженные. Ешь. Едим сейчас, как и сказала, потом время дяди будет и все. Это холодно, я на тебя сегодня свитер одела, я думала, будет нормально. Ну, давай дотрескивай и пойдем. Ага. Ну ясно. Давай. Это же второй этаж. Вот давай мы сначала сюда зайдем.
в заветную комнату. Сейчас. Все, вот здесь камерчик. Конечно, ничего. Ребятушки, я вышла с маникюра. Блин, они шикарные, они просто космос. Просто космос. Все, пойдем. Попробовали. Пойти снять рисунок-то? Взять. Сфотографировать? Давай. Хорошо. Так, мы идем фотографировать рисунок, который Дамир нарисовал, а потом мы идем в паспорт. Где твой рисунок? Где? Вот это? Вот там, вот. О, рисунок Дамира. Художник. Все, мы с Дамиром теперь направляемся в паспортный.